Давай, Мария, снимай! Что там у нас? Ой, сколько дряни! Ох, а, вчера был сильный ветер. Да. Но будем есть водоросли. Сегодня будем есть. А, камельяс. А, камельяс тоже с водорослями. Ага. Тюрба называется это. По-русски? По-русски тюрба, да. Тюрба. По-эстонски камельяс. Ну, посмотрим, посмотрим. Что нам привез? Сильный западный ветер в сети. Тяжелая. Сеть тяжелая, нужна помощь. Потому что очень килограммы, тонны водорослей. Рыбы нет. Рыбы нет. Одна. Что? Камбал. Что? Камбал или тюрба? Тюрба. Тюрба. Что-то там еще одна тюрба. Маленькая. Вторая. Вот. Третья. Четвертая. Четыре тюрба. Не успеваю снимать. Пятая. Такая тяжелая. Да, может быть, там будет что-то еще потяжелее. Лосось. Лосось. Хочу лосось. На меня все брызгаешь. Да? Да. Ух ты. Ну а все. Куда мне? На кого еще скажу, да? Ну и да, тули, тонут мираки. Русско. Выгостряют. Амен. Камбалёха, о, тюрбочки. Ищу. Ну, вчера был оттуда. Да? Да, восточный. Это невозможно! Невозможно! Как мы его вытащили? Он уже почти ушел. Вот смотри, такой. Ух ты, смотри. Вот так, сенсета. Мария. Полный крин. Опять видно. Смотри, что же ты отсюда идет? О боже! О боже! Это нереально! Это нереально! Вот еще! О, две больших! Ой, какие большие! Вот это да! Ничего, ничего, и вдруг. И вдруг в конце. Посмотри глубину. 6,5 что ли? 6,5 метров. Да, вот это место. Здесь вот синялись это. Напротив маяка у нас да. Было. Оттуда, да? Сия. Ни одной камбалы. Все только тюрба. Да. Вот это да! Она практически уже вышла из сети. Как мы ее затянули. Это сеть слишком маленькие дырочки для нее. Она там не застревает. Вот это да. Вот эта лопата. Ох ты красавица какая. Тюрба. Опять.